Свет ТЛ Мульти. Написано на коробке. Я вас приветствую на канале «С микрофоном по жизни». Зовут меня Александр Спирит. Как вы знаете, я микрофонный маньяк. Сегодня удача мне улыбнулась, потому что в мои цепкие лапы попал микрофон «Арк» от знаменитой студии микрофонов «Арк» и от Василия. По-видимому, это единственный микрофон в Беларуси этой компании. Спасибо Альберту за то, что он мне предоставил этот микрофон на тест. И мы, соответственно, уже с вами начинаем его потихонечку тестить. Конечно же, с чем хотелось бы его сравнить? Со 103-м Нойманом как минимум, потому что именно этот ARC Multifet, то, что написано на коробке, ведет свою родословную от 87-го Ноймана. Но, как утверждает Василий на своем паблике ВКонтакте, кстати, также пройдите и посмотрите и ценники, и микрофон изнутри, и снаружи, и что он умеет, что он не умеет, это не целенаправленная копия по схемотехнике 87-го Ноймана АИ. Это, так сказать, творческое переосмысление и попытка повторить хотя бы звук. И я сейчас слышу его густой звук, и вы тоже слышите разницу между 103-м и этим арком, и он мне напоминает такой густой, сжатый, сбитый, в хорошем отношении 23-й, вот лично мой, который у меня есть, Союз. О Союзах еще поговорим, Союзы ко мне уже едут на тест, так что скоро их также затестим, те, которых у меня пока еще нету. Но вернемся к этой двойке. Что можно сказать о микрофоне? Бестрансформаторный, да, как мы понимаем, и с тремя диаграммами направленности, которые переключаются на корпусе. То есть отвинчиваете, переключаете. Плюс есть еще плюшка, чтобы добавлять немножечко Air. Да, то есть та самая кнопка, которая у многих есть в Focusrite. Нет, шутка, да, на корпусе есть Air. И нужно будет на самом деле также попробовать с Air. Потому что, возможно, с Air он будет более похож на 103-й Neumann. Поэтому здесь делаем конкретно с ним два сравнения, а потом подвесим, например, 105-ю октаву. Договорились? Ну и давайте какой-нибудь такой сосисочно-закусочный тест для него сделаем, для их обоих. Говорю прямо между ними. Каждый охотник желает знать, сколько стоят самые вкусные в мире сосиски и закуски. Каждый охотник желает знать, сколько стоят самые вкусные сосиски и закуски в мире. Каждый охотник желает знать, сколько стоят самые вкусные, свежие, яркие сосиски и закуски. Каждый охотник желает знать, сколько стоят самые вкусные в мире сосиски. Попробуем спеть, а потом те же самые тесты, только уже со включенной полочкой на верхах. Микрофона Арк. Замер троллейбус в троллейбусном парке, перепутал механик провода по запарке, выкрутив лампочки в 40 электросвечей. Люди ночами делают новых людей. Ну что, я думаю, вы сейчас заметите разницу, появились ли верхушечки, потому что мы сделали переключатель, то есть сняли тот самый фиксатор, который проводил, видимо, через какой-то, возможно, фильтр высоких частот. В общем, не заморачивайтесь, посмотрите на схеме, увидите. Сейчас есть вершочек. В этом микрофоне я его слышу у себя в наушниках. По техническим характеристикам давайте пробежимся, потому что мы пока здесь некоторые микрофоны вместе с арком подключали, уже поняли, что чувствительность у него примерно как у 440-го Pure. 31 дБ подается сейчас на карточке RME Babyface Pro, и 34 подается, или 33 подается в Neumann. Получается, что 23 мВ на Паскаль — это чувствительность Neumann, и 440 у нас имеет 27 по паспорту. Поэтому ARC здесь с хорошей выходной мощностью, с хорошей чувствительностью конкретно, то есть у него будет 27 мВ на Паскаль. Потому что идентичная громкость получается, когда ты снимаешь с 440 лоб в лоб. Это здорово, с одной стороны. Еще хочется отметить, что я не слышу никакого шума от обоих микрофонов, это здорово. Тоже уровень шума у него, ну, я думаю, что где-то возле там десятки, девятки, восьмерки, то есть когда не слышно. Микрофоны начинают бросаться в уши, если хорошо настроены уши, чувствительные там, все как надо, то где-то от 12, 12 дБ, ты уже можешь примерно слышать, что да, микрофон немножко шумливый. Но и 12 считается хорошим результатом. Я уже много наговорил, что вы услышали разницу, осталось сделать те самые кодовые слова. Каждый охотник желает знать, где самые вкусные сосиски и закуски. Каждый охотник мечтает узнать, где самые вкусные сосиски и закуски. Каждый охотник желает знать, где самые вкусные сосиски и закуски. Каждый охотник мечтает узнать, где самые вкусные свежайшие сосиски и закуски. Это был говорительный тест сосисочно-закусочный. Сейчас отойду и попоем.
Замер троллейбус в троллейбусном парке, перепутал механик провода по запарке, выкрутив лампочки в 40 электросвечей. Люди ночами делают новых людей. Слушайте, нравится мне звук. Но сейчас мы возвращаем в исходное такое слегка убранное верхотурное состояние этот микрофон и подвешиваем сюда 105-ю октаву, мою рабочую лошадь. Как поется в песне у Макса Коржа, молодость все прощает. Только вот в данном случае, в моем случае, в повседневном студийном, вот этом вот круговерти, да, в повседневном хороводе студийном, когда меняются голоса, ты там ставишь микрофончик, например, один, второй, третий, у тебя 105 октава в 60 случаях выигрывает. Октава все прощает. Особенно вот те самые сосисочно-закусочные верхушечки прощает. И я слышу, что у Арка очень похожий звук и очень похожий нрав. Мне это нравится. Вот чертовски нравится. Еще возможность его мультипереключения вообще здорово. Есть также модели, где только кардиоиды. Я сейчас не нахваливаю, но я просто знаю фидбэки от хозяев Арка. Ни один из них не пожалел, что купил. Их невозможно купить на вторичке, например. То есть, по крайней мере, у нас. Ну вот из документированных случаев мне лично Василий дал телефон, собственно, хозяина, и он появится через несколько секунд в кадре. Мы запишем с ним также текстовой тест. Он пока, наверное, единственный в Беларуси. И я думаю, что он продавать не скоро еще будет свой микрофон. Потому что, ну зачем? Нормально, классно звучащий микрофон. Проверено, протещено. Еще мы с вами же сделаем АЧХ, да, замеры, в спане. Пока же просто каждый охотник желает знать, сколько стоят самые вкусные в мире сосиски и закуски. Каждый охотник желает знать, сколько стоят самые вкусные в мире сосиски. Каждый охотник желает знать, где найти самые вкусные сосиски и закуски. Каждый охотник мечтает окунуться в самую вкусную в мире сосисочно-закусочную и выяснить, как же они звучат. Ну и споем. Замер троллейбус в троллейбусном парке, перепутал механик провода по запарке, выкрутив лампочки в 40 электросвечей. Люди ночами делают новых людей. И сейчас забегая вперед даже, я знаю, наверное, чем они будут отличаться, уже слышу. Скорее всего, это будет эффект проксимити. Эффект проксимити. Вот 105-я октава мне напоминает 440-й. Там нет ярко выраженного эффекта проксимити. Он очень скромный внизу, что этот, что 440-й. У этого парня есть эффект проксимити. Подходишь ближе, и басы расцветают. Все начинает прям бух, прям играть. То есть рекламный голос вершки. Хватит мне нахваливать этот микрофон, мне на самом деле понравился. Итак, еще один проксимити-тест. Каждый охотник желает знать, сколько стоят самые вкусные в мире сосиски и закуски. И узнай и ты. Каждый охотник желает знать, сколько стоят самые вкусные в мире сосиски и закуски. Согласитесь, дикторы, когда ты немножко простывший и голос хриплый, ох, как классно делать низ. Ну а теперь, собственно, приглашаем в кадр хозяина микрофона, чтобы он немножко о нем рассказал. Почему купил Арк? Все началось далеко. У меня был ламповый Rode K2, всеми известный, любимый. Микрофон очень хороший на самом деле, но он к моему голосу не подошел. Он очень сильно, так сказать, ловил мои эски. И у меня стал выбор более, так сказать, оптимального микрофона под мой голос. И на самом деле, когда я начал искать микрофоны, выбор, так сказать, был огромный. Но стоял тот, который больше подойдет именно к моему голосу, и цена и качество именно микрофона. Выбор у меня был взять Lute 840, 550, AT4040, Neumann 102, 103, даже 193. Но после того, как я начал больше искать информацию на форумах, искать информацию в комментариях, обзоры, и после того, как я смотрел, что пишут именно пользователи, которые купили именно Арк, и есть даже вот в группе мастерской архив, где есть именно тест данного микрофона с Neumann 87. И я, так сказать, сидел и слушал один и второй по очереди. И особо отличий между ними я не нашел. Если смотреть именно, что это 87-й Neumann и RK,
то кажется, как бы, что, ну, чуть-чуть есть разница между 87-м, но это может быть все равно, так сказать, эффект самовнушения. Но особой разницы я не услышал. Поэтому выбор стал на РК, зачем платить в 9 раз дороже по сумме, если можно взять тот же самый звук, только уже дешевле. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Желает знать, где самые вкусные сосиски и закуски. Каждый охотник желает знать, где самые вкусные сосиски и закуски. С. Каждый охотник желает знать, где самые вкусные сосиски и закуски. Ну вот они, наши дорожки, которые мы сейчас будем анализировать. Вы же пока пристегивайте ремни, потому что на самом деле их нужно будет пристегнуть. Тут есть от чего охренеть, мягко говоря. Ну и, конечно же, оцените, пожалуйста, это видео. И еще раз, лишний раз напоминаю тем, кто постоянный зритель канала, наверное, не надо напоминать, что все дорожки вы можете скачать, вот эти вавки, поиметь, послушать, покрутить, применить. Лично я сравнил этот микрофон с двумя моими самыми любимыми, не люблю это слово, ну, в общем, с моими самыми крутыми микрофонами, которые я использую практически каждый день, это 105 МК, да, и 103 Neumann. Ну и давайте же посмотрим. А, кстати, даже если вы диссы ставите, это все равно вам спасибо, потому что вы продвигаете контент. Не то, что вы там меня как-то пытаетесь унизить или что, или мою работу, может быть, не оценить, хотя на самом деле этого не делал в Ютубе еще никто, вот так вот по полочкам не разжевывал, насколько по-разному звучат микрофоны, но тем не менее поставили дизлайчик, и спасибо и на том хотя бы. Итак, уже немножко я подпалил. Первое, когда стоит Dark, это значит, что флажочек, да, регулятор переключен в режим темности, темноты. Итак, вот это наш ARC Dark, так называемый дикторский голос, и TLM-103 на дикторском голосе, то есть то, с чего видео начиналось. Ба-бам! И тут я просто подофигел, когда первый раз загрузил это, то есть это мой 103-й Neumann во всем, но начиная от 1-2 кГц, пошла такая интересная полочка, и он, еще раз напоминаю, что вот это ARC в режиме Dark, темного. Вот он так, вот это вот мой дикторский Neumann. То есть, ага, давайте-ка посмотрим, как можно спеть в Dark и чем он будет отличаться от Neumann. Вот, смотрите, все то же самое спето, только без полки, без верха. И я в приятном, если честно, удивлении. Но, друзья мои, не надо покупать микрофоны ARC. Это я так в кавычках говорю, потому что сейчас Василий, ну, на самом деле, у него очень много заказов. И у человека есть основная работа. Мы с ним пообщались сейчас. Но я ему посоветовал бросить основную работу и перейти чисто на микрофоны, потому что, ну, у него получилось, по крайней мере, меня удивить. Теперь мы переключили микрофон в режиме Bright. Светлого, да, светлого чувства. Вот, уже видим, да, дикторский голос Bright, и вот здесь они с Neumann вот так сыграли. То есть, прикиньте, если есть у вас даже проблемки с S-ками, вот, белый — это Neumann, вот эта часть, то вот здесь вам ARC это все дело простит, а Neumann нет. То есть, мы получили в режиме Bright звук 103-го Neumann, вы уже побежали, да, заказывать, наверное, эти микрофоны. Звук 103-го Neumann без вот этой вот такой еще эсочной зоны. Все, здесь практически, да, там еще кое-где рун-ту-ту-тун, такой штыречек. Как будет на 105-й, интересно. Ну, давайте посмотрим на песни. Это мы спели, и на песне здесь практически то же самое показалось. Даже где-то у ARC здесь проявился характер, либо там больше грязючки чуть-чуть поднакопало. Да? Белый, напоминаю, это Neumann. ARC в режиме яркости, Neumann в своем обычном состоянии режиме. Да, вот именно этой такой вот маленькой полочкой будут отличаться микрофоны, а здесь все у них одинаково. Честно, я в шоке от такого результата. Я в приятном шоке. Движемся дальше. Масштаб немножко увеличу. Так, поехали. ARC, который, вы помните, мы вернули в режим
сдержанности, то есть нету этих вершочков. Итак, на дикторском голосе, смотрите, во-первых, октава оказалась менее басовитой, тут это понятно, октава проигрывает по басу 103-му, в принципе, ну и здесь в данном случае и арку логично и закономерно. И вот здесь октава показала по вершкам, посмотрите, я вообще за что уважаю и люблю октаву, за то, что почему она сейчас у меня микрофон номер один, если я вдруг сомневаюсь, что передо мной за человек, это первый клиент, я еще не знаю его голос, это будет октава. Потому что она прогнозируемая. Вот, отличная, большая, широкая полка. У тебя хорошо работает и диэссер, то есть она круто рулится. Арк здесь на сдержанном режиме показывает тоже очень интересные результаты. Брым. То есть он не набрал вот эти вот частотки, которые у многих людей вызывают ту самую эсочную неприязнь, да, и еще менее грязным оказался между тройкой и четверкой, это тоже очень круто. То есть менее он будет приспособлен, точнее, менее будет адаптирован, менее будет брать вот эти самые сибилянты, которые так не нужны многим. Ну и здесь вот эта вот верхотурка, она осталась, дикторский голос, за октавой. Посмотрим, какая картина на пении. Итак, тоже при песне мы увидели, что меньше низа, и здесь ничего нового. Тройка-четверка больше октавы, 5,6 больше октавы, и весь вершочек большой. Если сейчас вот так на память вспоминать, как себя бы вел бы мой еще один фаворит за свои деньги, да, потому что эти микрофоны, в принципе, они укладываются в одну нишу ценовую, что 105-я октава, что SE-2200, что ARC, если вы выберете версию не мультинаправленную, без мультипаттерна, а просто обычную классическую, по цене все это одно и то же, то у 2200 будет еще здесь чуть-чуть больше всего и, возможно, вот здесь. А тут он покажет, он, это будет такая октава с десяткой с придурью, а так по звуку... Удивили микрофоны, порадовали, друзья. Теперь давайте посмотрим на тест... Опять импорт нажимаю. На тест Альберта, да, только вот тут нужно, наверное, все-таки не брать, убрать. Это я уже так с придури. Ну, немножко другой голос, да, у Альберта. Вы видите, что у меня немножко другие на дикторском голосе частоты. Ну да, ладно. Нужно и смотреть на других голосах. Я к тому же его и оставил. Это интервью, чтобы вы послушали. Вот как арк и вот как октава, да, на нашем... приглашенном госте, можно сказать. Тырин-тырин-тырин-тырин-тырин-тырин. Все то, что мы видели у меня. То есть характер подтвердился. Какой бы вы голос сюда ни вставляли, у вас будет это дело. Теперь давайте подводить итоги. Микрофоны стоящие. Еще раз повторюсь, наверное, все-таки Василию надо пересмотреть свой путь в сторону того, чтобы расти вширь микрофона, потому что в качестве мы видим, что все круто, все классно. И... по универсальности здорово, и вот этот вот возможность переключать и брайт, и делать его 105-м, делать его 103-м, да, 105-й октавой, 103-м, ну, именно вот так вот по одному щелчку пальцев. Я поэтому и поставил именно эти микрофоны, потому что я чувствовал, что что-то вот туда мы должны попасть. Поэтому респект, уважуха, микрофон произвел впечатление, я уже задумываюсь о том, какой мне купить. 87-й винтажный, который тоже есть в компании ARC, либо это будет, ну, например, вот такой же FET TL бестрансформаторный. Тем временем, микрофон, который тоже имеет в своем, видите, сразу начал заплевываться, имеет в своем названии FET, это 13-й союзец. Вот еще раз показываю, этот пистолет уже стоит на столе. Я уже потихонечку начинаю для вас тестировать союзы, поэтому подписывайтесь, обязательно оцените это видео. Очень крутой микрофон мы нашли. Ну и увидимся, услышимся совсем скоро. С вами был Александр Спирит, канал с микрофоном по жизни. Любите микрофоны, они ответят вам взаимностью. Пока.